Всем привет, с вами Лана Некрасова и Давид Малявка. Давид Туров, и сегодня вы на моем канале. Это мой канал. И сегодня мы будем из Давида делать моего двойника. Ты готов? Нет. Че, не да? Но она меня, если что, заставила. Нет, неправда, сам согласился. А первым делом будем краситься, потом уже наденем парик. И потом уже оденемся, и это последний штрих, а потом уже сравним, кто на кого похож больше. Ну что, погнали, йоу! Ну что, Давид, сейчас будем тебя красить, я взяла с собой косметичку. А можно это другой ролик сейчас? Все, продолжаем. Итак, мы открываем косметичку. Первым делом мы надеваем ободок. Вторым делом закрываем. Нет, открываем и надеваем ободок. Вау! Я взяла с собой влажные салфетки, если что, тебе просто тушь немного потеет на веки. Я ненавижу, когда мне тушь наносят. Это самое ужасное, на самом деле, макияж. Поэтому будем делать девочки, это дольше всего. Вы, типа, наносите тушь, но это ж прям, типа, грустно ваши глазки, блин. А многие говорят, что у меня, типа, я ресницы крашу. Вот, постоянно, смотрите. Да не это упасу... все мое. Вот скажите, девочки, вот же за, да, то, что девочек не у всех длинные ресницы, хотя вы пытаетесь красить, чтобы они были... А у всех мальчиков они вот такие до бровей просто. Просто всех. Мальчики круче. Помолчи, а. Давай я буду типа угадывать, что для чего. Окей. Это маска для лица. Это? Это я знаю, спонж. Хорошо, не сказал фиолетовое яйцо. Симка рассказала. А что вы вот этой штукой делаете? Вы типа ногти стрижете? Это ресницы подкручивать, да? Ресницы? Эти максимум можно типа глаз вот так вот сдавить, чтобы он выпал. Да ты даже не той стороной его держишь. Господи, все, закончили. Сядь поближе, пожалуйста. Молодец. Итак, первым делом наносим тональник. Мне вот кажется, то, что тональник мне подойдет, потому что цвет, ну, кожа у нас явно отличается очень даже. Ну, я думаю... А, все, завершай. Это так неприятно, честно, это ужасно. Он какой-то оранжевый. Это знаете, как в детстве, типа... Когда купаетесь в какой-то речке вонючей и вот так вот глиной обмазываешь, то же самое. Глины? Крем для загара. Это ужасно. Уберите, у меня это с лица. Она какой-то жопой. Девочки, я без макияжа только что проснулась. Автозагар? Нет, это сочинский загар. Делал такое. Мы точно красимся? Да, сделал так просто. Девочки, скажите, вот это нормально? Напишите да, в комментариях. И делайте ротик вот так. У него просто лицо оранжевое. Фу. Давай. Я просто не понимаю, вот это реально какое-то мучение. Вот каждый день и вот так вот по 2 часа вы себя измазываете. Я 30 минут вы, крашусь. Вы и так прекрасно без этих макияжей, девочки. Терпи ты. Я больше не хочу стать принцессой. Далее. Угадай, что это? Для губ. Что для губ? Помада. Правильно. А что я буду сейчас с этой помадой делать? Краси губы. Не угадай, я буду тебе румяна этим делать. Что? Ребята, скажите, пожалуйста, напишите в комментариях, как вы думаете, парням нормально вот такое исполнять? Или я... Оператор просто машет голову. Честно, вот это... Так неприятно, это настолько дискомфорт лицу, я не понимаю, вот как каждый день девочки так? Ну не каждый день. Ну каждый день. Ну типа... Ну типа... Давай, Давид, ты чё, сукуя? Какое? Я тебе ногти стригу, вы издеваетесь просто надо мной. Нет, смотри. Смотри, идеально подходит для ногтей, просто кусачки. Вот смотри. Ты сейчас как будто глаз себе просто отрезал. А то ничего острого даже нету. Ты же не сыкло, давай, ты мужик, ты мужик, давай. Что ты делаешь, ты мужик? Вот! И чё? Нет, давай, я это сделаю только если прямо сейчас кто, зрители, кто это смотрит видео, поставит лайк и подпишет. Давай, если мы ждем, если поставили лайк и подписались. Давай, let's go, всё. Да, чего эти глаза дёргаются? Не знаю, наверное, потому что ты мне секатор к глазу подносит. Давай. Давай без этой штуки. Окей, хорошо, если ты так орешь, ты не мужик, все. Берем тушь. Фу, вот это самый ужасный процесс. Да помолчи, не мешай мне, это самый важный процесс. Смотри, какие ресницы, охренеть, реально.
офигеть, просто как будто нарощенные. Я в офиге. Окей, хорошо. Это комплимент? Наверное, да. А, я сейчас заплачу. Давай, все, Давид. Соберись, ты мужик. По-моему, я совсем не мужик сейчас. Давай, все, не плачь. Так, ребята, оценочку ресничкам. Я похожа на Милану Некрасову? Еще нет. Оценочку ресничкам. Вы знаете, я заметила то, что вот, например, девочки накрасят, там, не знаю, сделают укладку, помоют голову, такие, ну, все, я красиво пойду. Мальчики просто, не знаю, там, помоются раз в неделю. Перед зеркалом просто так 30 минут. Да, это я решал. Я на тебя и намекала. Теперь губы. Фу, ты реально меня этим будешь красить? Потом увидишь, как это красиво на губах, вот как у меня сейчас. Да давай все. Сейчас далее мы рисуем стрелочки. Фу, вот это одно из самых ужасных, одно из самых неприятных. Ты просто все обсираешь. А просто вот не надо на себя наносить тонну вот этих вот всяких макияжей. Хотя никто не спрашивал. А вообще, нет. Замолчи, поняла? Сам не молчи. Стерва. Обезьяна вонючая. Овца драная. Шаба. Курица. Петух. Яйцо. Паштет. Неважно, что говорят. Крыса за спиной. Киса. Я киса, а ты крыса, поняла? Так, вообще-то, я не за что, я вон дыра. Ты охренел? Давай, красный. Так, окей. И теперь сейчас надо нам тональником исправить неровности на той стрелке, и все будет чики-пуки. А я же только краситься буду? Нет. В смысле? Парик еще и одежда. Одежда? Да. Парик? Да. Потеряешь, я тебе еще вначале сказала, только как-то не так. Так, стоять на место, Турова. Турова! Нет, стоять! Я Турова! Я покидаю вас, девочки. Турова, стоять! А, нет. На место. На место. Так, дальше, Давид, как ты думаешь, что мы сейчас возьмем с тобой? Не называй меня так. А, Давида. Давида, а как ты думаешь, что мы сейчас с тобой возьмем? Ну, я думаю, что мы возьмем профессиональный консилер. У меня консилера нету. Профессиональный гель для бровей. Гель для бровей. Да не от все. Нюкс, профессиональный мейкап. И вообще-то не от Нюкс. Вообще-то от Арт Визаги. От Визаги. Профессиональный гель. Сейчас мы будем укладывать свои бровки, уже выщипанные заранее профессионалами, мастерами. Вот. Заботиться о тебе. Типа как думаешь, что это? Я думаю, то, что это профессиональная, профессиональные тени от Шик. Это контур. Говоришь, профессиональный контуринг от Шик. Сейчас будем делать тебе контурировать нос, чтобы был похож на мой. Будем контурировать нос, чтобы... Чисто за деревню приехал, говна понюхал. Пришел тапочки вот в зеленых. В зеленых носках. Еще и вот это вот. Представьте картину, вы просыпаетесь, над вами вот это вот стоит ночью. Вообще больной. Я надеюсь, никого такого не будет. Я тоже надеюсь. А Диана? Что? Я сидела. Диана? Чтобы вы понимали, Диана это моя сестра. Она уже все. Так, угу. Ага, девочки. Кабину попроще. Теперь мне. Так, берем дальше пудру. Ой, ты такая красивая сегодня, дура тупая. Просто лицемерка тупорылая. Девочки, не такие девочки. Кстати, реально макияж как-то влияет. А, отстань, стерва! Макияж реально как-то влияет. Что сказал? Макияж реально как-то влияет, сразу хочется быть типа такой. Так, берем. Что это? Конечно же, это консилер. Это хайлайтер. Ой, молодец. Сиди. Все. Ну слушай, может быть, может, что-то еще добавить не хочешь? А, бронза. Нет, забыла. Не хочу. Бронза, да. Бронза.
чтобы тебе это прям... А может золото, но не все платину, алмазы, я не знаю, что, что они, но бронзу. Итак, с мятежем мы закончили, да? И сейчас мы будем приступать к чему? Перевоплощение. Волосы. И сейчас... Сейчас мы возьмем вот такую вот шапочку. А может без этого? Не, Давид, сейчас будешь с этой шапочкой. Я буду похож на... Яйцо. Яйцо. А давай ты вот на себя сначала попробуешь, а потом... А давай реально сейчас. Попробуй просто, как это будет выглядеть. Смотри. Это что? Шапка родила. Это мальчик или девочка? Не знаю. Первый надеваю я. Ты как будто... А давай так просто оставим? Нет, сейчас теперь ты. Насколько мы похожи от 1 до 10? И Давид, смотри. Убери это! Убери! Нет. Для страшных. Прости, да. Пробуем надеть парик. Я просто сейчас реально уснусь, пока буду на него парик надевать. Просто. Я сейчас... Мне кажется, я похожа на ведьму. На тебя, Милан. Сейчас буду делать расклады Таро. Там та сама девочка Уэнли. Девочка Уэнли! Можно я посмотрю в зеркало? Нет. Знаете, кого ответ? Не скажу. А теперь одежда. Раз, два, три. Всем привет, я Милана Некрасова. Сегодня мы снимаем новый выпуск на мой YouTube. Кто это? Иу, ты кто? Ты зачем меня копируешь? Это ты меня копируешь. Ты кто вообще? Что ты здесь делаешь? Что сюда пришла? Это моя студия, иди отсюда. Покажи, что у тебя под юбкой. Ты курица косолапая, иди отсюда, я сказала. Это моя одежда, это моя одежда. Эту юбку я первая купила. Нет, я первая купила. А это что? Это моя кофта. А волосы покрасила, как я, это считается, а? Это мои настоящие волосы. А это что у тебя? А ты так можешь? Я это ты? А ты это я? То есть, это... Мы сестры! Восковые. Какие ноги брить? Восковые полоски? Какие ноги? Не надо, у меня ноги побритые. Так, выбирай, что из этого. Давай, закрой глаза, я буду Я думаю то, что с шалфеем будет лучше. Или что это? Какая? Для нежных, как это я. Это лаванда! Лаванда. Это надо разогревать, да? Давай не надо, пожалуйста. Давай надо. Девочки, у меня стресс, Нет, этот страх. Нет, я никогда пожалуйста. Уже не пробовала. Пожалуйста. Давай. Нет. Давай раз. Нет. Я не могу, пожалуйста, держи пожалуйста. Кофту, держи мою кофту. Пожалуйста. Фу. Оближи. Давай сейчас еще. Нет, все, Милан, пожалуйста. Нет, нет, нет. Ты мужик или кто? Нет, все, мне хватит этой боли. У меня раны на сердце уже, нет, хватит. Нет, хватит с меня все. Я сказал, я мужик. Хватит. Все. Садись. Всем спасибо. Все. Да сядь нормально. Все, Милан, реально хватит. Да еще ничего не было. А назад так. Ты поганка, дрянь, скотина, вода. Заткнись. Да я давай, раз, два, давай. Ничего не вырвалось. Как? Ха-х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 а
Смотрите. Просто. Просто джунгли, реально. Итак, ребята, пишите в комментарии, похожи ли мы с Давидом. Получилось ли у него стать похожим на меня. Пишите, нравится ли вам такой формат. Продолжать ли мне такой же снимать или нет. Пишите в комментарии. И удался ли нам эксперимент. Мы девочки, сестры или нет. Вот. Ставьте лайк, подписывайтесь. Я мужчина. У мужлан нет прав. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые ролики, которые будут выходить намного чаще, чем раньше. Ставьте лайк. Ну, в принципе, всем спасибо за просмотр. Всем пока!